Братцы, сегодня я лайкаю абсолютно все комментарии, которые вы пишете. Здорово, друзья, с вами Влад Капуста. Я не ожидал то, что у нас выйдет новогодняя распродажа от EA Sports. Сижу себе в кафешечке, тут на тебе опять что-то выпускают. Это круто. Ребята, я хочу вам разыграть такие наборы по 55 гривен. Вам нужно всего лишь быть подписчиком моего канала, поставить лайк под этим роликом, написать комментарий: «Владос, я участвую, хочу получить от тебя вот такой вот набор за 55 гривен». Также обязательно, чтобы вы подписались на мою страничку в Инстаграме и на мой телеграм-канал. Эти простейшие условия я буду проверять вместе с вами в прямом эфире. Я скоро буду делать прямой эфир. Два набора по 50 гривен я разыграю в прямом эфире. Также, если вы сейчас будете набирать кучу лайков, то я сумею вам разыграть вот эти вот наборы, которые вы сейчас видите перед собой, либо другие, которые вам нужны в этой игре. Так что подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Но я прямо сейчас открою набор за 55 гривен. Купить в одно нажатие, надеюсь на то, что транзакция у нас пройдет, потому что вчера не работала почему-то. Платеж выполнен, наконец-то, чудо свершилось. 55 гривен мы потратили. Элитный игрок, как думаете, что-то годное, годнота это сейчас выпадет мне или нет? Ну, Кимих, рейтинг 86, это хорошо. Очки VIP, 200 штучек. Ну, нормально, я так считаю. Покупка завершена. Друзья, но спонсором сегодняшнего ролика является компания OneX, где самые высоченные кафе, море спортивных дисциплин, а также киберспортивных. Это немаловажно. А с помощью моего промокода КАПУСТАФИФА вы сумеете получить до 100 бачей. Прямо сейчас переходите по закрепленному комментарию и получайте свои бонусы. Ну а для самых прогрессивных есть QR-код. Для того, чтобы вы сумели умножить ваши деньги, которые закидываете, вам нужно закидывать с карты. Все ссылки находятся в закрепленном. Буду открывать наборы на аккаунтах у моих подписчиков. Я хочу дарить своим подписчикам новогоднее настроение. Хочу открывать у них на аккаунтах. Хочу творить добро, чудеса. Надеюсь на то, что им это понравится. Ладно, открываем следующий набор. Может быть, сейчас что-то годное выпадет. Так, новогодняя распродажа. Набор номер 2. И давай, давай, элиточка. Абумиян 85. Мне интересно, сколько стоит его карточка? Как вы думаете? Мы чуть-чуть позже это все проверим. Если можно, пожалуйста, я знаю то, что здесь выпадают мастера по типу Месси и Криштиану Роналду. Если можно, EA Sports, давайте осуществим мою мечту, и мне сейчас выпадет карточка Месси либо Криштиану Роналду. Я буду визжать, я буду кричать, я обещаю! Бернардо Сильва! Хорош! ПВшечка, рейтинг 85, смотрите, как он говорит: «Владос, давай открывать дальше!» Может быть, сейчас что-то годное выпадет, как вы думаете? Отпишите, пожалуйста, в комментариях ваши мысли, ваше мнение. Ладно, я открываю дальше, я готов, я хочу. Ребята, если у вас есть куча самоцветов и вы готовы мне прислать аккаунт для ролика, то пишите в комментариях, может быть, мы даже стрим запустим и пооткрываем вместе с вами вот эти вот наборы. Буду тратить много денег. Так что давайте, жду от вас максималочку. Ну а я, что я делаю? Открываю, как всегда. N'Golo Kanté, да что ж такое-то, радует нас EA Sports на этой распродаже максимально. Спасибо вам огромное. Что вы творите с нами? EA Sports, вы просто сумасшедшие какие-то ребята. Давай, давай, пожалуйста. Вот сейчас обязан мастер выпасть. Плиз. Выпади, мастер. Пожалуйста. Карлос. Проверим сейчас на рынке, сколько стоят эти игроки, которые мне повыпадали. Я думаю, дальше смысла нету никакого открывать наборы вот эти, вот там, где гарантированная премиум элита 85 и так далее. Мне кажется, то, что не стоит это этого. У меня в телеграм-канале есть полный подсчет. Для того, чтобы забрать карточку Хави, нужно потратить 100 тысяч FIFA поинтсов. Если вам нужна крутка монет, либо FIFA поинтсов по доступным ценам, обращайтесь ко мне в личных сообщениях ВКонтакте. Цены будут приемлемы для каждого из вас, а также у нас действует новогодняя распродажа. Так что пишите, будем для вас делать подгончики. Казамиру карточка 200 тысяч монет. Так, у нас элитки сегодня 100% очень сильно подешевеют. 195 тысяч монет. Абумиян. Ребята, я всем вам советую сейчас крутить монеты, потому что с такими ценами прям реально вы можете, ну, закупиться как следует. Продолжаем открывать наборы за 1250 самоцветов. Тратим. Случится ли чудо? Выпадет ли мне сегодня мастер? Как вы думаете? Рахим Стерлинг. Хорошо. Что же будет дальше? Как вы думаете? Есть ли шансы получить максимально жесткого мастера? Ну, типа, конечно, Месси и Криштиану. Вот только они в робомастера, если не ошибаюсь. Неймар вроде бы это, элитный. Он Кюль Ди Мария. Ну ладно, ладно, ладно.
Блин, если бы вот так бы всегда выпадало, конечно, в обычных наборах по 50 тысяч монет, либо по 250 тысяч монет. Ребята, если вы открывали эти наборы, пишите, пожалуйста, в комментариях, что вам выпадало в этих наборах. Выпал ли вам мастер? Многие мне скидывают скриншоты, там, где им выпадает Криштиану. Вот реально Месси выпадает. Я бы так был шокирован, если бы мне сейчас Месси выпал или Криштиану. Я реально рад был бы. Вот реально был бы очень рад, если бы вот так бы мне повезло. Келинью, 85. Ну когда же свершится чудо, eSports? Ну может быть вы мне подарите разочек чудо такое получить в этой версии, карточку Месси или Криштиану. В той версии я не получил, кстати. Льюрис, 85, ну что ж такое, блин, охеренные карточки выпадают, но нету вот самое главное. Ай-яй-яй-яй-яй. Когда же чудо свершится? Ладно, откроем набор за 55 гривен. Я обещал подписчикам то, что если я к ним захожу, я открываю сразу набор. Хочу сделать приятно. Мне же делают приятно, почему бы мне в ответ не сделать приятно подписчикам? Надеюсь, годные подгоны им делаю. Потому что 55 гривен вроде не особо и мало, если так задуматься. Харри Кейн, 86. Ну, блин, ну неплохо, что еще сказать тут? Покупка у нас завершена снова. 10 элитных игроков мы уже получили, но мастера никак не можем получить. Я не знаю, короче, как мастера получить, может быть, нас танцевать, там, скаудовать как-то. Отпишите в комментах, что вы делаете для того, чтобы вам выпадали самые лучшие игроки в этой игре. Все, ребята, рынку кобзец полный, я уже представляю, то, что они будут стоить максимально маленькое количество монеток. Да и вообще, я уже понимаю, то, что все, Рахим 231 тысячу стоит. Может быть, чуть-чуть дороже улетит, но не факт. Келини 159, офигеть, все, просто жопа. Я не представляю, что будет дальше на рынке, это кобздец. Третий аккаунт, на который мы зашли вместе с вами. Я готов открывать 1250 самоцветов. Новогодняя распродажа. Что ж оно так подвисает немного? Ладно, я закрою глаза, может быть сейчас мне фартанет, не знаю. Посмотрим. Пожалуйста, удачи, просто отзовись, откликнись. Бернардо, ну выпадал мне он уже, что это такое? Да ну ладно, так не может продолжаться. Как же этого мастера словить? Как же хочется вас обрадовать, да и самого себя. Просто хочется совершить куда-то... Блин, Роберто Фирмино. Не, понимаешь, это охеренные карточки, но если рейтинг 85+, то есть возможность получить мастера. Ах, как же мне его схватить тут? Мы касаемся, чтобы открыть? Гризмон, хорош. Вот чуть-чуть немного мы вот не получаем то, чего хотим. Вот вроде бы игрок Барселоны выпал нам, но... Месси, Месси, где ты? Отзовись, пожалуйста. Далее. Ребята, вот реально. Какой игрок самый лучший вам выпадал в этом наборе? Просто напишите в комментах, чтобы мы узнали, кто самый жесткий лайкер этой планеты. 1250 самиков мы тратим. Вот, я знаю, как сделать. Я отворачиваюсь, вот реально сейчас что-то годное должно выпасть. Вот, реально. Просто самый годный игрок, который только есть в этой игре, мне сейчас выпадет. Вот самый годный, который существует в этой игре. Рахим Стерлинг тоже мне выпадал уже. Ну, да, хороший игрок, но не самый-самый, который есть. Ладно, охренеть, столько элитных игроков мне еще вроде бы никогда не выпадал. А, тут еще бесплатный набор есть. Ну-ка, давайте откроем. Хотя, конечно, тут монетки и усилки выпадают. Ну ладно, че бы не. Зоброли. Офигенная распродажа. Специально, чтобы мы потратили свои самоцветы. Мне так кажется. 55 гривен. Открываем еще один набор. Подписчикам будет приятно. Спасибо вам, ребята, за предоставленные аккаунты. Платеж у нас выполнен. И что мне сейчас выпадет? Что это? Эдерсон. Нормально, нормуль. 30 числа играть Ньюкасл Юнайтед с Ливерпулем. И с помощью моего промокода на сайте 1x вы сумеете получить бонус в размере 100 баксов. Все ссылки находятся в закрепленном комментарии. Топчик. Годнота. Далее. А скоро я ему, кстати, еще VIP абонемент открою. Опа, кстати, сразу открыл ему. Вот то, что надо. Просто пишите, вот капуста, мы хотим от тебя подгонщики, я для вас буду делать дофига розыгрыши. Вам всего лишь нужно быть подписчиком моего канала. Лайкать, комментировать, смотреть ролики, потому что там будет результат еще в конце видоса, либо в телеграм-канале, или мы будем делать для вас прямой эфир. Скоро, кстати, будет прямой эфир, где я сумею вам разыграть, ну...
Два набора гарантированно по 50 гривен, которые вы сами решите у себя на аккаунте. Либо я вам сброшу деньги, и вы сами уже будете распоряжаться этими деньгами, скажете, хочу потратить себе на мороженое, хочу купить себе колу и так далее. Будете сами решать, как распоряжаться вашими деньгами. Постараюсь сделать так, чтобы на Новый год вы, ну, прям почувствовали от меня хоть что-то приятное. Я всегда в жизни хотел побеждать в конкурсах, но у меня, если честно, такой возможности особо не было. Один раз только победил. И хотелось бы вам подарить такую возможность. Может быть, на Новый год мы что-то годное придумаем. Я постараюсь перед Новым годом, либо праздниками для вас провести прямой эфир. Разыграть для вас не только, возможно, наборы, а что-то еще годное в игре. Так что обязательно подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Мы продолжаем открывать наборы за 1250 самоцветов. Сумели я осуществить свою мечту и получить карточку мастера, вы совсем скоро узнаете. А я пока открываю. И сумели я получить его. Бернардо Сильва, вечно те же самые игроки выпадают. Походу, знаете, вот есть спорт, накрутили так, чтобы вот не было вот такого, одному выпал такой-то игрок, такому другой игрок выпал. Нет, я думаю, многим из вас выпадают одинаковые игроки. Если вам то же самое выпадало, напишите в комментах, вот чтобы я просто понимал. Походу, следующий игрок Рахим выпадет. Вот это будет, конечно, эпик файл, если вот так вот все будет происходить. Ладно, закрываем глаза. Удача. Подвернешься ли ты мне сейчас? Навас, ну это что-то новое, новое. Вратари всегда в цене, именно ценятся. Так что вот так вот. Третий набор мы открываем. Подвисает немного, конечно, но надо открывать. Ребята, я сейчас открою набор в честь моего брата Миши. Я думаю, то, что в честь него должен жесткий игрок выпасть. Вот реально жесткий игрок. Второй раз Навас выпадает. Да ну ладно, просто не гоните, есть порс. Ну как так? Два раза тот же самый игрок, но это, конечно, интересно, необычно. Но два раза то же самое, это не круто. Я так думаю. Хотя, если задуматься, то на рынке, я думаю, он стоит достаточно немало монеток. Четвертый набор мы открываем. Новогодняя распродажа. Ну, принесешь ли ты мне удачу сейчас? Лапорте. Эх, кобздец. Еще один набор мы покупаем за 55 гривен. 200 гривен у нас улетает. Так, сейчас я сбегаю и проверю, есть ли у меня вообще деньги на карточке. Это что-то странно, когда так происходит. Секундочку. Зайду, проверю свой кошелек. История. По 157 рублей у меня снимало. Не дает больше это купить. Не могу понять, почему так. Покупка у меня не совершается. Уже все, походу не хотят, чтобы сильно много покупал наборов или что это. Обработка идет. А не, выполнено. Хорошо. Я уже думаю, как такое вообще возможно? Харикейн. Короче, блин, игроки все те же самые выпадают. И меня особо не радуют наборы. Вроде бы круто то, что элитные игроки, но сейчас так жестко просел рынок, что просто аж нечего сказать. Но открыли достаточно немало наборов, я так думаю. Куплю два набора за 1250 самоцветов. Покупаем. Новогоднее очко мы получаем 10 штучек, здорово. И еще один набор покупаем. Фрагменты ранга мне нужны, чтобы прокачивать свой состав, но это мало. Реально это мало фрагментов. Новогодние этапы. Откроем один бесплатный набор, который нам дается здесь. Премиум элита, рейтинг 85+. И как думаете, что-то годное мне на основном аккаунте выпадет сейчас или нет? Да ну нахер, Месси! Этого не может быть! Да ну нахер! Месси! Месси! Месси выпомни! Но! Вот это вот, кто тут нахер? Кто тут батя года? Просто кто тут батя года? Кто на основном аккаунте мне Месси выпадает? Да ну нахер! Да ну нахер! Этого не может быть просто. Этого просто не может быть. Я тупо расслабленный сижу, думаю, да ну уже, я открыл сколько наборов. Нихер делать, мне никогда Месси не выпадет. Да ну нахер. Просто ну нахер. Просто ну нахер. Анимационная карточка, вроде как. Но такого реально не бывает. Я уже видос монтировал, я... Не ожидал такого приключения. Давайте вам сейчас покажу. Я честно в шоке. Как такое может быть? Подробности. Да ну нахер, реально такое не может быть. Вы не поверите мне, я сам не поверю в такое. Это как такое? Вот это, конечно, эпик фейл.
Я реально не мог бы подумать, что мне Месси выпадет. Не, ну это реально жесть. 4 миллиона монет он стоит. Что случилось с карточкой Месси? Почему он так подешевел? Да ну нахер. Просто ну нахер. Ну такое реально не бывает. Ну честно слово. Я не знаю, что вам сказать, ребята. Если вы, кстати, хотели бы ко мне в лигу перейти, и вам нужна крутка монет либо поинтс, обращайтесь ко мне в личных сообщениях ВКонтакте. Смотрите, ребята, в лигу я набираю вот рейтинг 112. У меня тут брат находится в лиге, просто разрывает всех. Благодаря ему начал лучше играть, начал забивать больше. Я, кстати, вроде забил достаточно немало, 69 голов. Так что вот такие вот дела. Все, ребята, спасибо вам большое за просмотр, честно. Я уже записал видос, я уже почти, ну, готов был его выкладывать. Так решил, думаю, запишу, а вдруг мне что-то годное сейчас выпадет в этом наборе. А тут, знаете, Месси выпадает. Короче, я просто в шоке от того, что мне выпал Месси. Я в такое никогда бы в жизни не поверил бы. Вот реально никогда не поверил бы в жизни. Кстати, открыл этот набор благодаря брату. Я не думал вот эти вот фрагменты ранга покупать. Открыл их и охренел. Блин, давайте еще 55 гривен потрачу. А вдруг сейчас выпадет еще один игрок? Прикиньте, сейчас Криштиану выпадет. Вот тогда я реально буду лакер года. Платеж выполнен. Нет, я, конечно, не верю в то, что может выпасть именно Криштиану еще сейчас. Но вдруг. Просто вдруг. Нет, Тони Кросс. Короче, я охренел от того, что я увидел. Покупка завершена у нас. Ну вот такие вот дела. Участвуйте для того, чтобы я у вас тоже открывал наборы, и возможно вы сумеете победить. Я надеюсь на то, что я сумел подарить новогоднее настроение своим подписчикам. Подкрывал у них наборы. В следующий раз, я думаю, разыграем либо FIFA Points или монетки. По накрутке, как всегда, можете обращаться ко мне в личных сообщениях ВКонтакте. А возможно даже в Телеграм-канале, пишите мне, и мы сумеем вам накрутить. Цены будут приятные. Друзья, большое спасибо каждому из вас за подписки, за лайки, за комментарии. Знаете лишь одно, вы должны отпраздновать этот Новый год максимально круто, для того, чтобы следующий год у вас прошел еще круче. Так что давайте, празднуйте, кайфуйте и получайте новогоднее настроение.